Красота и здоровье ваших волос. Вряд ли найдется хоть одна женщина, не мечтающая о красивых и, самое главное, здоровых волосах. Сохранить красоту волос очень легко. Для этого вы можете пользоваться следующими правилами. Мыть волосы лучше регулярно в жесткой воде. При ополаскивании волос в воду рекомендуется добавить немного уксуса, который сделает волосы блестящими и мягкими. Спать с мокрой головой категорически запрещено. Кожный покров головы в данном случае может переохладиться, в результате чего волосы начнут выпадать и перестанут расти. Зимой обязательно носите головной убор. Ветер, морозы и вьюг способствуют истончению и выпадению волос. Без головных уборов не стоит ходить и в летний период, так как жаркий климат очень сильно сушит кожный покров головы и волос. Как минимум один раз в 2-3 месяца постригайте кончики волос. Расчесывать волосы следует специальной массажной щеткой с пластмассовыми или деревянными иглами. Такая щетка усилит прилив крови к волосяным луковицам, вследствие чего волосы начнут расти намного быстрее. Кроме этого, она поможет предупредить скопление жира у корней волос, что также немаловажно. Если вы никуда не спешите, тогда феном лучше всего не пользоваться. Пускай волосы сохнут сами. Еще мокрые волосы расчесывать не нужно. Придерживайтесь этих советов. Красота и здоровье ваших волос порадуют вас. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.